за последние нам 2 месяца, это январь-февраль, я направил там большое количество писем и по различным вопросам. Ну, допустим, 3 письма ушло новый генпрокурор России. То есть, значит, а дальше там, значит, там 2 или 3 или 4 письма ушло прокурору области. И в этих всех письмах, значит, во-первых, есть о чем речь, что были акты проверки контрольно-счетной палаты, которая выявила эти нарушения. По вопросу там имущественному комплексу, то есть, допустим, это как раз тот комплекс, за который у нас отвечает как раз значит, Корнеев. И я направил вот эти все письма, как депутат Комаров, то есть во все правоохранительные органы, чтобы проверили, выявили, определили виновных и наказали. Действительно, я такие письма направлял. Ну, как вы считаете, получит ли ваше обращение? Ведь часто так бывает, что приходят либо отписки, либо начинают по инстанциям обращение там туда-сюда. Ну, мы же еще ответы не получили, а я поступил по закону. Вот закон говорит, как я должен поступить, я так и поступил. То есть вы надеетесь на такую вот последовательную реакцию прокуратуры? Когда я получу ответы, то есть я сделаю дальнейшие действия. Во-первых, я сам юрист с высшим образованием. Поэтому, то есть я получу, если ответы, если они мне удовлетворят, то есть одно, если не удовлетворят, значит я тогда в соответствии с законом буду поступать. Вот и все.